Но вообще, еще раз я всех приветствую, я проанализировала все, что мы имеем. Забудьте сейчас реальную игру, забудьте все, что вы знаете из фильмов, забудьте вообще все полностью. Я совсем забыла, что наша Элиза была в Антелестии, и Харка была очень тесно здесь завязана. Я тогда просто не подумала, что это параллель. Если действительно дело в этом, я про то, что, видите, ситуация похожа по цвету. Если действительно дело в этом, то все, мы вообще пропали, полностью пропали. То есть все, можете, каким бы классным вы Юрий сейчас не помнили, забудьте. Это сейчас будет невозможно читать дальше, когда все вскроется. Это кошмар просто, что они сделали с этой богиней. Это просто кошмар. И я не хочу сейчас объяснять вам, что такое бустер. Просто я для тех, кто совсем не в теме, поясню, что эта кукла, которая при Элизе, она говорит то, что Элиза на самом деле думает. То есть это вот тот случай, когда человек на публике хочет казаться лучше, выбирает выражение. Вот даже я сейчас выбираю выражение. То есть там, например, вам хочется кого-нибудь обматерить, а вы вместо этого говорите какую-нибудь там интеллигентную, такую милую шпильку. Вот. У Элизы с ее бустером отношения именно такие. Почему эта штука называется бустер, и что там были за исследования, связанные с этой Элизой, это вообще мрак отдельный в ксилиях. Бедный ребенок. Астерия на эту тему, во всяком случае, насколько я знаю, практически не заикалась. Но до меня, скорее всего, дошло, что происходит в Астерии. Ну и это вот это вот уже просто беда. Я не могу поверить, что реально в Японии фанаты были такие тупые. Ладно, вот теперь давайте ждать.